можно топать. А дальше что у нас получается по планам? Сделаем вот эту побочную операцию. Возможно, она вырежется. Данные возможно, оставим. Загрузка. Медицинскому персоналу не с чем работать. У нас острая нехватка медикаментов, в том числе анальгетиков. Так что переходим к плану «Б». Есть у меня один знакомый медбрат. По слухам, он знает, где добыть сильнодействующие препараты. Добыть это значит... А, неважно. Так-то я бы не стала с ним общаться, но сейчас он ценен как ресурс. А медикаменты нам нужны срочно. Найди его. Я бы начала с его квартиры. Добыть это значит украсть. Смущалась такая. Ну, если совсем не интересно будет, я вырежу. Да, посмотрим как минимум. А у нас вот здесь еще светится задание. Сдаться здесь надо? Я уже сдался, а ты не сдавалась? Я не сдавалась. Ну иди сдайся тогда. А ты куда? А, мы же отсюда вышли, точно. Иди, сдавайся. Я пока на улицу. Не поняла, куда сдаваться-то надо? Там ящичек такой. Вот слева, слева от тебя. Не вижу его. Прямо. Иди, налево. Налево за угол, вот зайди, вон ящички. Да, вот. Ага. Все, догоняю. Угу. Я прям снегом покрываюсь на глазах. Прикольно, я не устаю удивляться этому движку, в принципе, прикольный такой. Я помню, тут даже это, с бетки, когда еще народ эти делал таймлапсы, 24 часа в игре, типа. И там прям вода такая леденеет, потом оттаивает потихоньку, снег уходит, потом буря начинается, опять все снегом покрывается. Персонаж тоже. Люди там ходят туда-сюда, причем не особо скриптованно ходят. То есть прямо конкретно повторяющихся движений не было. А, это магазин? Ты опять что-то нашла? Да нет, все, пойдем. А, ну понятно, мы тут были. Это кафешка. Здесь два рюкзака. О, протеиновый батончик. Я даже не пойду там за зеленкой, за этой дурацкой. Мне неохота. Я там просто троих чистильщиков убил. Одним выстрелом? Нет, конечно, не одним. Я просто бабах слышал только и все. Так, мы что-то нашли. Да. Туда. Ну вот. Опять здание новое. Так, стоп, а это и есть то задание как раз. Поиск агента, да. А, слушай, точно. Там же квартиру его найти нужно. Ой, ничего не вижу. А я по шкафу пошарюсь. А вот это твой шкаф второй. Шарфик. Так, нашли. Почему я не могу взять, пока ты берешь? Не знаю. Обыщите сектор. Нет, погоди. Нет, ну. Или все-таки это не по заданию? Нам сюда. Похоже, это было не по заданию. Ну, хотя бы по пути. Как зовут? Эстебан Джина. Нет, это другое имя. Явно. Тут еще подъезд, кстати говоря. Угу. Давай сначала наверх сходим. Это по заданию. Обнаружен активный эхо-маяк. Тактическое белье. Серое. Ты взяла тут уже что-то? Да, шкаф двойной был. Нет, она там лупа показывала. А, во, эхо.
Нет, эхо я слышала, но я ничего не брала. Слушай, я обычно за такое не берусь. Да ладно тебе. У нас есть вода, еда, батарейки. Принесешь препараты, это все твое. Ну хорошо. Встречаемся где обычно, на 39-й западной. Я, говорит, не берусь. Встречаемся где обычно. Угу. Вниз? Нет? Сейчас, погоди секунду. Вот давай сюда, да. Что это вниз. Тут вообще? Тут тоже подъезд. Ну тут он такой. Но мы могли бы просто ниже выйти. Так понимаю, просто можно было с другой стороны зайти сюда. Ну да, или так. Ух ты! Синька. Перчатки. То есть тут тупиковое место все-таки. Да. Тупиковое. Здесь просто нычка. Прикольно. Ага, а с этой стороны закрыто, то есть. Нет, нет, нет! Если бы не дым, мы... Что такое? А что нет, нет, нет? Можешь нам каждый раз помогать, я не знаю. А, это я типа им помог, когда там этих убил. Что у нас дальше? Вот бежим прямо. Тут, то есть, задание состоит из... Из цепочек, частей, да, я поняла уже. Часть. Но мы уже проходили подобное. Да. Да я сначала спросила, а потом уже думаю, господи, что ж я спрашиваю? Это же очевидно. Так, похоже, он попал куда-то в передрягу. Ты машины проверил? Еще нет. Отряд 4, возвращайтесь на базу, срочно! Понял, выдвигаемся. Все, эти уходим! Захвати с собой еще кабели, нам... Заткнись и слушай. Мне нельзя здесь оставаться. Станция Гарден Норд у выезда с 8-й улицы. Встретимся там. Тон, он сидит в машине, прячется. Ага, прячется. Так, человек в беде. Когда-нибудь я тебе чем-нибудь помогу. О! Флисовая кепка. Что? Флисовая кепка. Триангуляция невозможна. Вот здесь еще есть человек, которого можно осмотреть. Давай. Где? Вот. Я что-то слышал. Ага, то есть засекли, что ли? Тут свежие следы, но снега слишком мало, не разобрать. Смотрите в оба. А, то есть он успел выйти, похоже. Смог выйти. Да, смотри. Машина уже горит, а его тут нет. Нет, погоди, но это другая машина. А, слушай, точно другая машина, это если бы. Он из этой машины, получается. А, вот дверь приоткрыта, кстати. То есть, получается, он из нее выпал с такой и чик-чик-чик-чик. Ну, возможно. Так, ладно, а где продолжение операции-то? Давай выйдем за край и увидим. Вот оно. Вот такие вот расследования, они прикольные. Они, конечно, тупо за ручку вводят, но забавно. Где бы обойти-то? Ну да. Так, ну придется до края идти. И что вы собираетесь делать? Опа. Человек жив? Жив. Все получается. Он походу вниз ушел, да? Нет? Да, вниз.
Подземку? Подземку, кажется. Да, сюда. Обыщите сектор. Поблизости обнаружена эхозапись. Эхозапись. Там еще эхозапись. Вот она. То есть, значит, дальше сейчас искать его надо будет. Ага, нападают. Так, что, нам сразу что-то будут говорить? Отвалите! Или можно? Я вам все уже отдал! Ага, но еще нам нужен врач. Я Утащили же не врач! Его. Я всего лишь медбрат! Вы его взяли? Вы уже в клинике! Нос сломали. Похитили его, короче. Да. Источник звонка. Аптека РВ, угол Западный, 36. Для 8-й авеню. Угу. Вот еще. Сейчас привезем его. Мы его взяли! Поднимаемся! Тащите его сюда, давайте! Угу. А вот здесь еще что-то горит, это что? Что горит? Следы агента. Где-то там. Ну, тут, скорее всего, туда. Ну да. Где? А вот, валяется. Так, сейчас я покажу сразу этого агента. Овец Реймонд. Ты уже туда побежал, дальше? Ну, пока к перекрестку вышла. Далеко бежать? А нет, слушай, мы уже на месте. Да, 50 метров всего. А еще забавный момент. Когда бежишь по улице, не вижу. Тебе люди могут из окна сказать, что тут проходили бандиты, вот они, значит, только что прошли. Или там осторожно, вот это. Злодеи тут где-то рядом. Там еще что-то такое. Да-да-да, замечал такое тоже. Это не наш клиент, случайно? Хотя тут таких клиентов. Найдите Майкла Дюфрейна. Ты правильно пошел. Я сундучок увидел. А там сундучок был? Ну, не сундучок, а рюкзачок. Я чуть с ума не сошел. Я знал, что Кендалл кого-нибудь пришлет за мной. Я твой должник. Рада слышать, что Майкл уцелел. Оппортунистам всегда везет, да? Твоя подруга Лао говорит, что вышлет за ним эскорт. Это хорошо, потому что нам теперь надо за ним как следует приглядывать. Только меня не проси. Я вообще не хочу к нему приближаться. Ну, ясно. Фига мы ускакали, конечно. И телефонную запись какую-то не подобрали. Ну, как вот? Но она... Так получается. Опа. Краем засветилось где-то, видимо. Наших бьют. Алекса Они убили. Убили Алекса. Вот ты какой шустрый. Ой, не то нажала. Да они мелкие. Ну да. Включай Марни и это. Где вы? Говорит, не ссы, прорвемся. О, тут электроника. Наверное, да?
Тырим сотовые телефоны. Телевизоры. По карманам распихиваем. Нет, закрыто. Два, что ли, всего? Ну, получается, два. Что-то мало. Получится здесь обойти? Я надеюсь. Как-то не очень. Опа. Ёк ломана. О, нашла. Иногда они защищают свое добро любой ценой. Могут даже попытаться тебя замочить. Да, так бывало. В этом случае находи самого крупного и стреляй ему в голову. Замочи его, тогда остальные тебя послушают. Помни, он бы сделал с тобой то же самое. Пулю в голову в упор. Понял. Если там дети, все еще проще. Целься в ребенка, и они сдадутся. Патроны не трать. Если у них собака, прицелься в нее или даже убей. А если кишка не тонка, тащи собаку сюда и зажарь. Погоди, ты что, будешь жрать собаку? Слышь, если она не жирная, то это даже вкусно. Нормально. Угу. Мы тут пробегали. Вон, опять эта детская площадка. Да, мы тут уже везде пробегали, по идее. По 100-500 раз, и каждый раз что-то новое находится. Угу. Вот бывает, пробегаешь просто на скорости и попадаешь между звуками, вот, между сигналами, и не слышно вообще. Здорово, мужики! Что-то я не пойму. Что-то интересное? Да нет, вроде. Где это? Мы тут были 100-500 раз. Далеко. В метро, что ли, где-то? Музыка какая-то играет. Так, нет, стоп, я не пойму. Потерялась. Дальше, похоже. Ой, здрасте. Ты офигел? А где еще-то? А чего у вас так много-то? Откуда вы все взялись-то? Ой, тут еще один телефон. И не лень Ubisoft'ом было вот это все записывать, раскидывать. Офигеть, конечно, титаническая работа. Чувак, они уже здесь. Цера ставит пункт первой помощи тут на углу. Я же говорил, да? Это они распространяют вирус. Они вызвали национальную гвардию. А скоро будут нас вакцинировать. Они хотят установить тотальный контроль. Мировое правительство попыталось это сделать после 11 сентября с вакциной от гриппа. Но ничего не вышло. Поэтому теперь они нанесли еще один удар. 11 сентября? Тебе тогда было 8 лет. Уймись уже с этими теориями, а? Ты ящик взял? Алло? Алло? Нет. Там был ящик? Да. Хорошо. А где телефон? Я не пойму. Где-то он ниже, получается. Ниже где-то, да. Ищем проход под землю, либо в здание. Может быть, подвальное помещение какое-то. Вот здесь вот спуск вниз есть. Вот он. Во, наверное, туда. Я выиграл лотерею. Да. Ой, тут чистильщики. Так, а где ты там спуск-то нашла? А, вон. Двое, что ли, всего? О, там вообще трое... Четыре фиолетовых? Что там такое происходит-то? Ты там жив? Нормально? О, они ко мне идут! Они меня прям поджали! О, бежим!
А, ты с другой стороны пришел? Там желтый, что ли, еще бежит? Да, там желтый. Да офигеть можно! Не с той стороны спрятался. У тебя за спиной прям. Я показания-то. Вот. А. Боже, как же неудобно-то. Его зовут Дым. Непонятно вообще, за что прятаться. Ой, я труп. Ой, еще и дезориентация замечательно. Я тебя не смогу, наверное, сейчас подойти-то. А мне даже спрятаться некуда. Ну, убираю. Не беги ко мне, я уже труп. Да, я тоже. А с кем они там еще дерутся-то? А, турель мою бьют. Ну что, встаем, давай, пошли. Валять им. Ха-ха-ха. Неожиданно. А тут спрятаться даже негде. Колонны, получается, только вот так вот стоят. Ну да. Они не квадратные. Да, они плоские. Жесть. Вы вошли в безопасную зону. Круто, такая толпища. Попробую теперь найти это место. Ну хотя там точка будет. Там но... это телефон же. Не, я имела в виду вход туда. Да найдем сейчас. Я думаю, он там. Вот это даже если не один, какая разница. Они же с другого входа спустились. Вы, я так понимаю. Я думаю, они там ходят. Прям в этом переходе. А-а-а. Не, вы, я так понимаю, вообще встретились нос к носу, да? Они с одной стороны, ты с другой, да? Ну, я выхожу такой смелый, думаю, сейчас я им напинаю, а там начинаю пинать, там а там желтый надпись. Там 3 или 4 фиолетовых было, еще и желтый оказался. Так, а я на месте, кстати. А где мы с ними встретились? А, то есть телефонная запись вот. А надо идти туда, где мы. Как ты там оказался? Вот где, они. Где спуск-то? Я просто бежал по карте, куда меня направили. А ты где вообще? Ты с другой стороны вышла, что ли? Наверх. А, ты не спустилась сюда. Я не вижу просто, где спуск. Ну я сюда, похоже, сразу вышел. Просто. Ну, ты, наверное, с другого входа как-то. Дошел. Вот здесь, наверное. Ну вот, да. Все-все-все, сейчас иду. Нашлась, да? Вроде. Нет, не нашлась. Ну вот же, вот. Ну я же... Ох, ну ладно. А, ты с другой стороны? Да. Ну спускайся, без разницы. А эти где? Я сейчас с ними встречу, наверное. Не знаю, там разберемся, просто аккуратненько иди. Импульс дал, но что-то не видно их. Вон они. Скорее всего, где-то к тебе ближе, значит. Нет, они вон там. С твоей стороны. Телефон вот он. Угу. Ушли. Бобби, я дозвонился. Нашел человека из пресс-службы. Что говорят? Говорят, что ничего не знают, что игры отменены на неопределенный срок, аэропорты закрыты, никто не летает. То есть вся лига парализована. Они же не могут не играть. Знаю, весь мир как будто спятил. Они заплатят, вот увидишь. Это они? Нет, это не они. Бандиты, но можно их тоже убить. А эти-то как ушли? Я не увидела никаких отходов, где можно бежать. У меня они шли в твою сторону, когда я их увидел. Вот сюда они шли. Скорее всего, они в этом переходе сейчас где-нибудь и топают. Ну просто сканер. Где я с ними первый раз? Ничего не показал. Я отсюда пришла. Столкнулся. Во. Вон они, вон там. Ага. То есть они вот сюда ушли, вот в этот переход. Это они? Обнаружен активный эхо-маяк. По идее, не они. Нет. Вот они, желтые, да, и фиолетовые. Слушай, это они. Ну да. Эй! А?
Ну, где? Сейчас бахнет, отойди. Странно, какой-то звук был такой. Кто бахнет? Ну, у него. Вроде зашипело просто. О, сбежал. Возможно, зашипело, и он даже это бомбанул. А где он? Вон он спрятался. О! Готов. Готов, ага. Там очень неудачное горю. Место было. Горю! Похлопай меня. Как хлопать-то там? Иди сюда. Я сам не помню. Не, я помню, как, но мне не получается как-то. Вот. Эй, дурачки. Ну ладно. Я же говорю, не похлопай меня, похлопай меня. А сам чего делал? Ну. И что куда теперь? Ну и что куда? Давай добежим до этого инцидента. До какого? До этого? Справа, да. Потом по техническому заданию, да? Да, но у нас уже сумки все забиты. Наверное, надо будет вернуться обратно. Видно будет. Диспетчер патрулям в швейном квартале. Перехватите груз на углу 39-й Западной и Бродвея. И будьте осторожны, там чистильщики. Это Воробей-2, мы на подходе к вашей позиции. С какой стороны пойдут? Где противник-то? Пока не знаю. Мать твою, говорит. А, справа. Да что же вы меня все двигаете-то? Не вижу его вообще. Теперь с обратной стороны. Гад. Или нет? С чего ты взяла? Вон они. Можешь нам каждый раз помогать. Ну да. Внимание! К вам приближается противник. Да мы в курсе. Так, что дальше-то? Еще будут, нет? Будут еще минуту. Опять справа. О, фиолетовые пришли. Ну, такие слабенькие. К вам приближается противник. Ой, вернитесь в район операции. Загорелось у меня. Далеко убежал. Ага. Вон еще бегут. Внимание! К вам приближается противник. Ну и где вы? Это Воробей 2. Мы сзади. Уже прибыли на место. Ну там еще тоже остались.
спасибо за помощь. Вы даже не представляете, как мы ждали этот груз. Хорошо, ты добил его, да? Да. Можешь нам каждый раз помогать, я только за. Интересно, я их хилить могу? О, они тоже лечатся. Правда, плохо.